night. And what I don't own, I take. Потеряв свою воспитанницу и воспоминания о последних событиях, вы возвращаетесь в город, где за вами охотится безжалостный генерал стражи по прозвищу Ловец Воров. Чтобы докопаться до правды быстрее, чем враги доберутся до вас, вам придется использовать все таланты и уловки мастера вора. В мире Тиф нет ничего такого, до чего бы вы не могли при желании дотянуться. Тщательно планируйте ограбление, прокладывая маршрут к своей цели. Украдите все, что захотите, используя любые средства. С помощью своих инструментов, манипулируя обстановкой, перехитрите или уничтожьте любого, кто встанет между вами и вашей добычей. Тени – ваш единственный друг. Они позволят вам передвигаться по городу невидимкой. Но вам придется постараться не привлекать внимание врагов. Ваш лук можно использовать разными способами, подбирая различные типы стрел. Это мощное и универсальное оружие. Есть тут кто? Вы можете убивать врагов или проходить игру без кровопролития, бесшумно оглушая их с помощью дубинки. Под покровом ночи исследуйте город без лишней спешки, проникая в дома людей и выведывая их тайны. Алчности покорны все, и работа на клиентов, возжелавших тот или иной предмет, хорошо оплачивается. Эти деньги можно потратить на припасы, улучшение своего снаряжения и покупку новых инструментов. По мере прохождения игры вам также будут открываться новые полезные способности. Используйте свою способность концентрации, чтобы искать ценные предметы и тайники. Быстро взламывать хорошо защищенные сейфы и находить потайные ходы, построенные лучшим архитектором барона. Бесценные сокровища и тайны минувших веков ждут того, кто знает, где искать. Но помните, даже отточенные до совершенства навыки и идеальное снаряжение не гарантируют того, что все пройдет по плану. Стой, где стоишь! Иногда надо импровизировать. Всегда есть несколько способов совершить идеальное ограбление, поэтому планируйте свои действия тщательно. Вы можете играть агрессивно, используя свой арсенал, чтобы наносить смертельные удары из темноты. Или вы можете быть призраком и использовать свои способности, чтобы бесшумно дойти до цели, украсть все, что пожелаете, и исчезнуть в ночи. Никто даже не узнает, что вы там побывали. Сделайте все необходимое, чтобы проникнуть внутрь, получить желаемое и, самое главное, избежать поимки. Крадите бесценные предметы. Коллекционируйте лучшие трофеи в своем убежище, вознесшемся высоко над улицами города. Помните, смертельные опасности и коварные испытания ждут вас на каждом шагу. Враги тоже не дремлют. И те из них, что не носят ливрею барона, могут оказаться куда опаснее. Станьте Гарретом. Станьте легендой. Станьте мастером-вором.